Здравствуйте, дорогие зрители! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня я хочу рассказать вам, как я выпрямляю пряжу после распускания изделий. Конечно, вообще я не люблю использовать старую пряжу, всегда стараюсь покупать новую, но у меня случился конфуз. Еще прошлой весной я связала кардиган, но плохо рассчитала петли. И после ВТО, а также в процессе примерок, он растянулся до безобразного размера. Фотографии его я вам покажу чуть позже. Недолго думая, я распустила его, и остался у меня целый килограмм мятой пряжи. И вот недавно ВКонтакте, в процессе обсуждения, девочки мне посоветовали простой легкий способ, как выпрямить пряжу, не занимаясь утомительными перемотками клубков туда-сюда. Вот я вам приготовила клубочек, чтобы вы посмотрели, какая у меня была пряжа после распускания. Вот она такая мятая, некрасивая. Петли из нее получатся кривые, если начать вязать. Поэтому я его буду выпрямлять. Для того, чтобы нам выпрямить такую нить, нам понадобится дуршлаг, вот такой или любой. И вот кастрюлька с крышкой. Все. В кастрюльку надо налить немножко воды и поставить на огонь закипать. Итак, вода у меня кипит. Ставлю на кастрюлю дуршлаг, а в него кладу клубок, который мы хотим выпрямить. Вот так. Я кладу один клубок, только чтобы вам показать. Вы можете положить столько, сколько помещается в дуршлаг. И накрываем все это крышечкой. Кипятим над паром клубок 5-10 минут, в зависимости от величины. У меня маленький, будет кипеть 5 минут. Если у вас большие клубки, то можно и 10. Ну вот он, собственно, тот мой неудачный кардиган. Вот цвет тут неправильно передается на фотографии, я ничего не редактировала. Вот видно, что немножечко сборят плечи, вот второе фото. Вот уже видно, что закатаны рукава. В процессе примерок он растянулся до состояния халата. В общем, одно было расстройство, и распустила я его без сожаления. Ну что ж, пока я показывала вам кардиган, наш клубок сварился, пропарился, и надеюсь, что ниточки выпрямились. Теперь мы снимаем крышку и аккуратно, чистой вилочкой, горячо берем клубочек и относим его на батарею. На батарею я постелила чистенькое полотенце. Сохнуть он будет несколько часов на теплой батарее. Пока я сушила клубок, ко мне прилетел гость. Вот такой снегирь. Оп, улетел. Итак, наш клубочек высох. Давайте посмотрим, что получилось. Вот мой клубок. Вот наша ниточка. Посмотрите, ровненькая, красивая. Все, можно вязать новый кардиган. Я вам даже сейчас покажу образец, который я для него уже связала. Чуть позже расскажу про него подробнее.